Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых длинных, интересных, необычных словах русского языка. Сразу сейчас ставьте лайк, подписывайтесь, тоже очень важно для меня сейчас, прямо сейчас. И сегодня у нас с вами новое длинное слово, это неограниченный, неограниченный. Граница, граница значит лимит, граница. Например, между двумя странами есть граница. И неограниченный, ограниченный значит что-то, у чего есть граница, мы не можем делать, что мы хотим. Есть какая-то граница. Ограниченный. Ограниченный. Например, мы можем сказать, в этом магазине ограниченный выбор. То есть там не так много выбора. Мы не можем купить все, что хотим. И неограниченный. Неограниченный – это наоборот, когда мы, у нас нет лимита, нет границ. Мы можем все делать. Все, что хотим, неограниченный. Например, мы можем сказать неограниченная власть. Неограниченная власть – это плохо. Неограниченная власть – власть – это когда у человека есть авторитет, и человек может делать все, что хочет в стране, в городе. Это неограниченная власть. Власть. И неограниченная власть – это когда президент или король или лидер может делать все. Неограниченная власть. Или также в компании, в какой-то фирме может быть у человека неограниченная власть. Ну, или, например, когда у нас есть какой-то контракт для телефона. Я могу отправлять неограниченное количество СМС. Количество – это сколько? Я могу говорить по телефону неограниченное количество времени. В интернете сейчас, если вы очень молодые люди, то сейчас вы можете сидеть в интернете неограниченное количество времени. Но когда я была подростком, когда мне было 16 лет, в интернете время было ограниченное, то есть вы знали, что у вас 2-3 часа в месяц, и все. И нужно было быстро-быстро посмотреть имейлы, посмотреть сайт, посмотреть на форуме и потом закрыть, потому что это было время ограниченное. А сейчас у нас неограниченное количество времени. Также, например, сейчас у нас такая ситуация санитарная на планете, что в ресторанах, в кафе у нас может быть ограниченное количество человек. Но раньше в музее могло быть неограниченное количество. Я надеюсь, что вы поняли. Пишите, пожалуйста, комментарий. Вы можете посмотреть это видео неограниченное количество раз, сколько хотите. И я надеюсь, что ваша мотивация, у вас мотивация изучать русский язык, что ваша мотивация неограниченная. Нет границ и лимитов. Спасибо, что смотрите, что слушаете мои подкасты. Вы знаете, у меня на сайте больше, чем 200 бесплатных подкастов. И также есть платные подкасты в клубе «Русская дача». Приходите. Это видео и подкасты каждые 5 дней. До скорого. Целую. Пока-пока.